Всем привет! Вот я приехала на участок. Так вот он сейчас выглядит. В общем, вода до сих пор стоит. Но я прошлась тут вокруг и обратила внимание, что так как участок давно, как сказать, давно, ну, не сами хозяева смотрели, а сдавали его в аренду, не особо ухоженный, там сарайка вообще это отдельная, так скажем, история. Тут вот беседочка, ну, тут, в принципе, она более-менее цела, домик так себе. Виноград, посмотрите, в каком ужасном состоянии. Тут мы положили доски, это все временно, потому что тут ходить невозможно. Вот сам по себе дом такой. Ну, участок, в принципе, более-менее еще терпимо. Хотела я сегодня почистить клубнику, но там так мокро, так сыро. Я в сапогах, посмотрите, уже вся грязная. Чеснок тут предыдущие хозяева посадили. Он уже прорастает вовсю. Но вот мне не нравится вот эта вся история. Почему здесь вода стоит и она никуда не уходит. Что нужно сделать? Какую-то траншею, может быть. Либо же ждать, когда она уйдет в землю. Так, далее. Здесь уже цветочки, кирпичи. Тут вот яблоня, яблоня, яблоня. Это тоже все нужно делать обрезки. Так, пойдемте в теплицу, наверное. Теплицу я сегодня частично разрыхлила, просто верхний слой грунта, чтобы он быстрее просох. Вот эти веревки я все буду убирать, но не сегодня, потому что я сегодня быстро-быстро все. Тут какие-то вещи. В общем, вот этот участок я, в принципе, попробовала копнуть немножко. Земля более-менее нормальная, но очень мокрая еще. Но червей много, на первый взгляд земля хорошая. Но все равно я это, конечно, буду все облагораживать. Я специально вам показываю вот это все как есть. Потом уже, естественно, показывать буду результат. В общем, вот здесь я взрыхлила получше, убрала большой мусор, видите, потому что по сравнению с тем участком он целое ведро мусора. Здесь я сейчас посеяла, как же называется, редиску. Так, два вида редиски. Так, Розетта F1 и, а тут я название отрезала, да? Ну, какая, конечно, как всегда, Настя знает, как все рвать. Ну, ладно, в общем, вот здесь вот так, такая история. Что еще? Клубника вот там, малина по краю идет. Тоже нужно ее всю зачистить. Но это мы постараемся потихоньку, потихоньку с родителями уже приедем, почистим. Мангал валяется. Ну, вот так вот. Там смородина, ее тоже нужно всю нижнюю часть почикать. Вишню привезти. В общем, тут работы много. Здесь, видите, вообще ничего не сажалось. Тоже нужно копать. Я хочу грядки делать для огурцов, для кабачков, тыквы. Здесь что-то, в общем, работы непочатый край. Вот. Ну, как-то так. Вот такой вот участок. Что сказать? Пока ничего не могу сказать. Это вообще вот что? Это мусор или они как удобрение все положили? В общем, больше всего меня расстраивает вот это болото. Дом. Могу показать дом, но дом тоже так себешный. Я, конечно, надеялась на что-то более или менее получше, но... Так, вот здесь как веранда, здесь кухня, но тут все закрыто, это тоже нужно все чистить. И там, сейчас вспышку попробую включить, там как спальня, но тут более или менее еще чистенько. Там коврики лежат, нужно тоже все чистить, все убирать. Кухня тоже, в принципе, если привести в порядок, все аккуратненько. Ну вот. Как-то так. Все.
все тут работы много. Здесь диванчик, бутылки какие-то, вещи. Это все не наше, нужно будет тоже убирать. Вот такие вот дела. Скрипит. И виноград, конечно, в очень ужасном состоянии. Я даже не знаю, что с ним делать. Нужно советоваться с хозяйкой. Может быть, его вообще полностью убирать. Потому что я так посмотрела. Уже бы почки должны появляться. Мне кажется, он весь замерзший. Его вообще полностью выкорчевывать, убирать. Ну, толку от него нету. Вот и все. Потому что на зиму не опускали, не убирали. Он замерз, скорее всего. Ну и вообще, вот посмотрите по низу, что там творится. Буду разговаривать с хозяйкой. Там вот малина, тоже все это надо чистить. Вот такие вот дела. До новых встреч, пока-пока.